А какое платье красивое. Платье. Ой, красивое платье. Помните, мы здесь сидели, да, ели, да, пироги? Да, было. Нет. Было такое. Я не помню. Потому что было очень холодно. Ребята, всем привет. Мы приехали сегодня в Петергоф. Сейчас купим билеты и будем уже заходить. Вон там вот вход. Людей прям очень много. Чего? Саня. Пойдем. Вот такие вот, смотрите, здесь билетики. Вход сейчас 450 рублей. Пойдем? Сюда, наверное, да, здесь. Сейчас спускаемся вниз к фонтанам. И вот такая вот здесь красота. Да, мы уже 4, может, даже больше. Может, даже 5 лет не были. Ну, мы были, но было очень холодно, мы особо не гуляли. Да. Сегодня решили прогуляться по Нижнему парку Петергофа. Ну да, на каблуках здесь будет вообще неудобно. Я помню, на свадьбе. Ой, сколько тут мушек. Помните, слушайте. На каблуках? Да, помню. Здесь просто гигантские фонтаны. Очень красиво. Дебилочка. Милана как увидела ее, она Милана. Ой, хоть дебилочку. Где-то девочка была. Вон она сидит. Где? Где, побежала, где, где? На ту сторону. А-а-а. Белочка. Наверху, наверху. Нет, я не вижу. Где вы ее видите? Да, вот, встань вот сюда. Вот сюда, встань ко мне. Все, убежала. Ага. Лику боится, это из-за Лики. Да не, неправда, нет. Неправда. Ой, вот она. Белочка. Да. Вот она, Белочка. Мы идем сейчас в сторону залива, хотим там покормить птичек и устроим небольшой пикник. Мы взяли сэндвичи, разные напитки. Напитки. Да, так что безалкогольные. Я хотела сказать газировку. А тут еще очень много. А еще мы взяли еду для птичек, да? И на них рассказывают экскурсию. Да, проводят экскурсию. Про Петергоф. Знали? А это фонтан Адам и Ева, и вокруг этого фонтана стоят милые такие беседочки, где можно отдохнуть. Здесь, смотрите, вот такие вот ларечки есть, сувенирчики, и там продают, как я понимаю, хот-доги разные, бутерброды, сэндвичи. В сувенирчиках практически никого нет, а за едой очередь. Где? 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 Вот он. Ой! Мамочка! Бегает, бегает, классно. С ветки на ветку. Класс! Прямо домой так. У них, наверное, там домик. Ну, конечно, наверху. Ой, мамочка! Не, главное, меня никто не держит. Поднялись сейчас на смотровую площадку. Посмотрите, какой здесь вид. Ну, заползли. Ну, может быть, заползли. Красота какая. Спускаемся и идем сейчас кушать. Папа с Миланой уже заняли лавочку. И на самом деле-то они уже кушают. А мы все гуляем, снимаем. Я тут нашла одно дерево, на нем очень много яблок. Лика сейчас полезет за яблоко. Да нет, конечно. Будем делать вареньем. Вот она, да, смотри. Все, Лик, давай, давай. Да она никогда не полезет. Дорогая. Ай, ай-яй-яй. А смотри, здесь немного.
Ты куда побежала? Мама, походу, больше всех хочет кушать. И она бежит. Взяли вот такие вот сэндвичи. Еще я там взяла печенюшку. Уже нет. Уже которой нет. Вот так вот. Знаки. Осторожно, белки. Прям погодка радует. Вчера были дожди, завтра тоже стоят дожди. Вот один денечек, солнышко, и мы выбрались в Петергоф. Прям вообще классно. Сейчас обязательно нужно будет здесь сделать фоточку. Какой мощный фонтанчик. Лавочки. О, раньше можно было подниматься наверх. Ну, если честно, не очень, да? Ну, как не ухоженно, не покрашены. Не покрашены, весь ржавый, да? Как-то ну, такой. Это золото. А сами камни, да, они немножечко какая-то... Я про камни говорю, конечно. Камни испортились. Не надо, не почищены, красить-то не надо, просто очистить. Но они именно ржавые камни. Ржавые, посмотри, видишь? Вот, смотри, вот здесь прям видно ржавое. Да. Когда мы были, как-то вот он был такой. Мы прям наверх сюда поднимались, да, я помню. У нас даже еще фотка есть где-то вон там вот, наверху. Ой, ой, да что вы говорите? Ой, это как в Пятигорске росла. Помнишь, я тебя спрашивала? Угу. У бабушки во дворе. Да. Вот точно такой рос. Да. Прям красиво так подстригли. Ровные такие пирамидки. Походу, тут сладенько хочет. Папа, ты эклеры, говорил, сделаешь. Ну, приедем, мы не знаем, как сегодня. Это кстати, рецепт на нашем канале. Да, заходите, ссылочка в описании под там видео. Очень много рецептов. Угу, очень вкусные. К розочкам пришла. Здесь прям такая аллея. Мамочка, тут пчелы летают. Здесь прям такие красные, да. Они даже не красные, они какие-то вот между что-то розовым и красным. Красиво очень. Ой, смотрите, а здесь прям такие бордовые розы. И прям такие большие бутоны. Здесь видно, только расцвели. Прям их очень много. Какая красота. Сколько здесь роз. Мы в основном как-то в Петергофе гуляем вокруг фонтанов, а вот сюда вот не заходим. Это уже достаточно мы далеко прошли. А здесь, оказывается, так красиво. А они все как пионовидные. На всех уровнях уже какие-то ацетаты. Эти только начинают распускаться. Ну здесь да. Здесь только завязывается бутончик. Это кто? Пчелка. Это пчелка. Какой-то кошмар, ко мне все пчелы летят, не пойму, то ли на сладкие духи, у меня духи сладкие, то ли на что, я вообще не пойму, что они ко мне летят.
defend me all, yeah. Every part of me move, your hands all approve, and I the roots of... Идем сейчас к фонтану, там, смотрите, все в платьях с таких бальных стоят. Ну, не все. Много их там. О, это Белоснежка. 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 У них какая-то фотосессия. Смотрите, какой фонтанчик из дерева, тюльпанчики. А вон там вот еще... Мне раньше говорили... Здесь. Раньше сидел дядька, нажимал, да, педаль. Но сейчас вот поставили камеру, и сидит кто-то, смотрит в монитор и нажимает. Сейчас все проще стало. Да, вот так вот мне говорили, вот так вот мне говорили. А вот этого дерева раньше не было, по-моему. Было, да? Как раз жарко, но я не слышу, что прям жарко. Солнышко, кстати, у нас спряталось. Уже вечер, оно просто зашло. 7 часов, да? Уже 7 часов, да. Все, пойдемте, я пойдем. Никто иди сюда. Не решился пробежать там. Иди сюда. Нет. Ну а с этой стороны получаются все фонтаны Шутихи. В Петергофе несколько таких фонтанов. Этот фонтан называется Диванчики. Еще я знаю, есть зонтик, елочка и водная дорога. В Нижнем саду также расположен фонтан с солнцем. А если присмотреться вокруг колонны солнца, можно увидеть еще дельфинов. Поднимаемся по такой вот лестнице, уже идем к выходу. И смотрите, какой фонтан красиво. Правда, его с этой стороны не видно. Хотели пойти по вон той вот аллее, но Милана захотела по лестнице по вот этой вот подниматься. Зашли сейчас в Пятерочку за водой. Смотрите, здесь новинки. Во-первых, новый такой вот KitKat круглый. И тофи, смотрите, ограниченная серия какао. Тоже какая-то новиночка. А еще я, кстати, видела чипсы новые. Только Сочи мы сквозь гору едем, а здесь мы под водой едем. Сверху Финский залив. Проход для кораблей. Корабли же должны как-то туда заходить. Едем сейчас по дамбе. Очень здесь красиво, как будто бы на море. На этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!